Центробанк провел мониторинг максимальных процентных ставок по депозитам в рублях. Проверка проводилась среди 10 кредитных организаций с наибольшими вкладами физлиц в январе текущего года. Для расчета принимались во внимание ставки, доступные любому клиенту без предварительных условий. Средняя максимальная ставка выводилась как средняя арифметическая от максимальных ставок и составила 4,49%. Подробности ищите в разделе Новости.